Челы, заходите на стримы. Так, давайте через рогу сыграем, да? Возьмем, естественно, силу, наверное, да? Или что вот можно еще взять интересное, помимо просто двух единиц силы ради урона? Может вообще попробовать без снаряжения поиграть, или это кал? Повышение характеристик за каждый уровень, пройденный без снаряжения. А без снаряжения это что значит? Без брони или без оружия тоже? Как это работает вообще? Непонятно. Украденное кольцо какое-то. Хилочки. Ну тут не сказать, что прям много полезных вообще каких-то свойств, если честно. Все выглядит как-то так себе. Наверное, все-таки силу берем по классике. По классике. Наверное, пробежать без шмоток пару уровней, потом надеть шмотки и трахать. Не, а там типа, если ты надеваешь шмотки, то все, по-моему, пропадает, судя по описанию. Или персонажи с рандомными ветками. Там иногда дичь набирается. Блок не всегда блокирует, но от сильных ударов уходит в КД. Плюс от сильных ударов уходит в КД. Но некоторые боссы и локации прям контрятся блоком. Угу. Не знаю, может быть. Кто-то еще говорил, что маг вот довольно сильный, если прокачивать мага через зачарование оружия, да? Ты берешь мага и играешь через зачар кинжала, например. Ты берешь кинжал, чаришь его там на несколько стихий и просто кинжалом этим фигаришь. На мой взгляд, пока что самый сильный персонаж для меня лично — это Дикий. Он просто ебет. Ему качаешь берсерка, качаешь силу, можно там одну единичку качнуть в владение когтями, и все. И он просто, просто такой у него бешеный урон. Он отхиливается, куча ДПСа, и все, и вообще не паришься. Вот. Маг довольно сильный тоже вроде как. Рыцарь мне меньше всего, наверное, нравится, потому что я пока не понял, как за него нормально играть, как, какой подобрать сетап. Вот, наверное, на первом месте Дикий, на втором маг, на третьем, наверное, Рога. Сейчас за Рогу сыграем, попробуем. Как вот сейчас мне здесь не фидануть? Блядь, никак, к сожалению. Сукины просто... Вот... Так и знал, что фидану здесь. Вот так и знал. Ну, давайте еще раз сыграем, ладно. Это не щитовая была каточка. Да, блядь! Пока не горит жопа. Пока не горит. Пока все хорошо. Сука, блядство, немножечко горит. Нам просто нужно найти кинжал. Как только мы найдем кинжал, катка станет победной. Я вас уверяю. Какой-нибудь хороший стартовый кинжальчик найдем. Ура. Ура гриль. Рыба-кит. Пофигу, надену, наверное, нагрудник сразу. Иногда атакующий получает огненный урон. Ловкость, скорость. Минус скорость. Незавершенное кольцо. Тоже чекнем. Увеличение шанса найти магические предметы. Ну, нормально. Красиво. А можно не прыгать как черт? Нельзя, да? Как я понимаю, нельзя. Окей. Так, что там выпало? О, нормальная штука, кстати. Две силы, одна ловкость, удача. Сильная накидка, топовая. Еще тут три. Почему вот я не могу взять две курицы и Ретта сразу? Прикиньте, здесь две курицы и Ретт. Столько еды. А мы можем только одно что-то взять, к сожалению.
Жестяк, еще две к силе. Это легендарный ранг. Молю, дайте мне кинжал, просто трахать, трахать. Так, давайте, наверное, качнем силу сразу. Ой, не силу, точнее, а кинжал. Только не смерть от тупейших шипов каких-нибудь. Харам. Бля, местность говна, если честно. Надо куда-то уйти, наверное. Не знаю. Хотя бы сюда, что ли. Не будем жадничать. Да вообще бомба, поиграл в Punch Club. Довольно прикольная игруха. А там же вроде еще вторая часть недавно выходила, да? Punch Club. Никогда не играл, кстати, в Punch Club. Хотел аккуратно его убить. По итогу, как обычно получилось. Так, сюда нам не надо, в принципе. Не будем даже там пробегать. Дело не в длине кинжала, а в мастерстве. Тут блин, а девочку никак не спасти, что ли? Ну вот что это за генерация Кала? Ну камон. И что мне делать? Слизни, подожди и прыгни на него. А разве так получится? Не, он, увы, не позволяет. Давайте дэш тогда изучим реально. Окей, да. Хорошо, что у меня есть книжка дэша. А я же могу сейчас спуститься вниз? Окей. Двойной прыжок, что? Ядрить хорошие вещи. Вот бы кинжал еще найти. Тень качаем. Так, ну-ка, если вот мы кастанем эту херню и войдем в стелс. Как это будет работать? Меня будут палить, интересно, или я смогу в инвизе просто хуярить врагов? Легально. Блин, не кончилось. Жесть, это можно легально сжигать врагов из инвиза. Чё? Они даже об этом не узнают никогда. Абсолютно имба. Ладно. План провален. Видимо, не со всеми работает. Воришка прибежал наглый. Много шмоток, кстати. Но кинжала вот нет, опять-таки. Надо где-то найти еще определитель. Дес. Это трофей. Что? Атору летний трофей. Атака по площади. Ядрить. Жесткая тема была бы для дикаря. Просто имбень. Просто имбища для дикаря была бы. Кольцо Силтиока. Скорость, удача. Видение скрытых врагов. Вообще можно взять. Ради, ну, не знаю, ради удачи, наверное. Дорого, правда, жесть. Так, второй уровень тени давайте. Ой, отлично, у нас курица, два рета. Набирается приколов всяких. Набирается потихонечку. Лес. Че, давайте кастанем щит. Тут
конечно, странная херня. Тут не все противники в целом... Не на всех работает стелс, да? Некоторым вообще насрать на стелс мой. Все эти светляки агрятся anyway. По-моему, вот эти растения хищные тоже агрятся. Эти парни вроде не агрятся. Быстро как чик-чик. Нашинковать. Аккуратно. Замансить. Торговец, maybe кинжал? Все еще нет кинжала, увы. Мультивыстрел. Мультивыстрел это очень сильно, кстати. Это по сути двойной выстрел. Куча урона будет с лука. Но минус сила мне не очень нравится, конечно. Перчатки неплохие. Сапожки у нас и так в целом неплохие, да? Так, сейчас подумаем тогда, что нам делать. Может быть, сразу зайти в эту железную деву тогда и захавать обед? Силу качнули, хорошо. Если через лук играть, то мультивыстрел будет лучше, чем одна сила. Да, но я не планирую, наверное, все-таки играть полноценно через лук. Так, ну погнали. Накидаем ему немного сразу. Леща. Блин, вот как меня бесит в этом боссе, что он постоянно куда-то вниз проваливается. Просто придурочно немножко. Дрить. Зарашили. Очень круто зарашили. Урона вполне, кстати, немало. Амулеташки. Опс. Да, когда он уже на тебя идет лицом, не стоит два раза пытаться его бить. Так, ну что, давайте проверять шмотки. Куча шмоток у нас всяких. Так. Может быть, купить ботинки в магазе проклятий и бафнуть их на алтаре? Да хрен его знает. Стоит ли оно того? Стоят ли эти проклятые богом предметы? Мы же их не сможем никогда больше, ну, снять. А вдруг найдем что-то покруче? Как вариант, попробовать можно. О, очень топово. Хороший амуль выпал. Сила, ловкость, скорость, защита от смерти. Имба. Где хоть один кинжал? Неужели это будет снова ран, в котором ни единого кинжала не будет до конца игры? Третий уровень тени. Теперь инвиз сам по себе восстанавливается. Это очень круто. Монеты, кажется, исцеляют травмы. Забавно. Бомба еще есть. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Пипец тут мужичков. Налетело, блин. Блин, чуть не застрелили прям до смерти. Кошмар какой-то. Так, босса вижу. Блин, вижу голема еще здесь. И паука. Все это не очень приятно. Какая себе паук залез просто на голем. Увы. Еще одна курица.
Так, может быть, нам попознавать какие-то эти не заклинания, как они называются, зелья, настоечки всякие. Перезарядка, это серьезно? Ладно. А что-то у меня, блин, походу мало свитков идентификации скопилось. Проклятие. О, плюс две ловкости, кайф. Блин, вот бы это еще было зелье силы, тогда бы это был супер кайф. Даже так неплохо вполне. Ай-яй-яй. Это босс дурной немножко. Странно, он хотел только шипами меня атаковать и все. А, у меня кончилось место, серьезно? Нам вот это, наверное, не надо. Урона очень много даже с самым первым стартовым вообще бесполезным кинжалом. Прикиньте, если мы сейчас найдем какой-нибудь топовый кинжал. Молю, игра, не поскупись на кинжал. Какой-нибудь легендарный кинжал из этого сундука. No. А что вообще выпало? О, что? Аденара антиквариат мастер взрывов? Что это такое? Что за мастер взрывов? Впервые такое свойство вижу. Ловкость, живучесть, скорость, огонь, холод. Наковальня сверху? Бля. Пум-пум-пум. Удваивает урон от взрывов, да? Угу. Но уменьшает урон от взрывов по тебе. Угу. Ловкость, защита. На меня тяжелые удары же не работают. На кинжалы не работают. Может быть, тогда мне просто взять эти перчи? Doubles Explosion Damage. Так-то это пиздец. Это можно было бы в босса. Слушайте, может купить мне бомбу просто, лол? И кинуть с этими перчатками в босса? Того мерзкого босса катакомб. Просто разъебать его. 200 дамага, он же просто сдохнет сразу. Любой физической атаки. А это, получается, не распространяется на магию, да? На всякие магические атаки дракона там. В четвертой локации всякие вот эти маги не будут. Ну, точнее, полюбасу будут нас дамажить. На цепи на стрелу будет легче попасть бомбой. А урон такой же будет? Так, аккуратненько. Отыгрываем, короче, от стелса теперь. Ран хороший должен быть. Тихо. Фух, блядь. Блядь, все равно, сука, упал. Да. Урона прям хватает, чтобы с крита ваншотнуть эти растения дурацкие. Едрить. Неплохо ты, птичка, зарядила в меня. Так, этого не прохилиться сейчас надо будет. Это что такое вообще? За супер дэмэдж лютейший. Так, давайте проверим что-нибудь. Ой, извиняюсь. Перчатки Вуду. Так, ясненько, короче. Пока вещей особо хороших нет. Ну, у нас и так в целом неплохие. Перчи не забудь сменить. Да пока с этими побегаем, наверное, не знаю. Хотя, с другой стороны, maybe сразу эти поставить. У Голема меньше всего здоровья из всех боссов второй локи, да? Но это не делает его легким боссом. Опа.
Кайф, еще ловкость. Из одной бомбы и стрелы сразу три бомбезные. А я не пойму, как вообще совместить. Просто вот взять стрелу нельзя почему-то. Только если бомбу сначала выбирать, походу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, опасно. Он красики. Да, как этого босса сейчас убивать? Не знаю. Локация тут пипец неудобная. Вот его убийство. Может, кинжал здесь? Отражает снаряды, кстати. Хорошее кольцо надо купить, я думаю. Оно сейчас прям на боссе пригодится. Пиздос. И что делать, как вот тут убивать? Да. Если я туда упаду, это стопроцентная смерть. Бомбу, да я хотел бомбу потратить на кое-что другое. Забить на него, идти дальше. Фух, походу придется, потому что вообще не представляю, как убивать его здесь. Еще скипаем тогда его, наверное, да? Блин, ни разу, никогда не скипал боссов в этой игре. Так обидно скипать этот сундук. Как по закону подлости, там еще наверняка будет кинжал в этом сундуке. А следующая локация уже крипта. Не знаю, вот что качать. 20-40% избежать любой физической атаки звучит, конечно, топово, но на финал это не особо поможет. Кинжал, если качать. Но тут урон у кинжала не будет увеличиваться, тут просто появится возможность бросать кинжал. На втором уровне, а на третьем уровне брошенный кинжал будет наносить урон дважды. Что, в принципе, конечно, хорошо. Но вообще, да, наверное, стоит качнуть. Сейчас это может пригодиться. Это у меня в этом ране защита от смерти или нет? Я не помню. Да, отлично. Защита от, блядь, фистинга не помешала бы. Ауред сгорел. Блин, и тут этот босс. Нет. Только не этот босс. Кала, сука. Кушаем курицу. Бомбы. Будем совмещать бомбу со стрелой или нет? Взрывные стрелы. Три штуки, кстати, реально. А как теперь понять, какие стрелы будут юзаться первыми? Которые выше и левее? А их не могу почему-то переместить. И экипировать стрелы-то нельзя. Так, это уже босс сейчас будет. Босс дерьма. Ну, урон еще-то... А, я перчатки... Не, я перчатки надел.
Урона мало что-то. Курицу. Фух. Пипец, ненавижу, ненавижу этого босса. Жуть. С другой стороны. Так. Так, надо, наверное, еще какие-нибудь зельки почекать. Уменьшает ваше сопротивление яду на один. Понял, спасибо. Скалолазание, две силы, три живучесть, две удачи. Ууу, на минус одна ловкость. Это имба, вроде как. Надо брать хорошие перчи. Maybe кинжал? Maybe мим? Так, кинжал, плиз, молю. Какие, сука, топоры? Это проклятые на топоры забегали. Что за херня? Почему одни топоры в игре? Так, ну главное, самого противного босса мы убили здесь, вроде как, на локации. Хотя, с другой стороны, меня и некромант в прошлый раз неплохо так отстрапонил, блин. Да и дракон тоже не сказать, что простой совсем. Еще один зомби идет. Фига они. Хитрюшкины. Фух, блин, чуть не получил по зубам. Там сундучок, надо взять. Все еще не кинжал, увы. Так, надо, наверное, что-то выкинуть. Это колечко давайте выкинем. Стеганый ошейник. Сейчас почекаем это, мы прокляты богом, смотрите. Так, шляпа. Шляпа кал. Пам-прам-прам-прам-прам. Так, и у меня сапожки надеты вот этим. Тонет как камень. Самые крутые вещи в начале рана выпали. Еще кольцо вот есть какое-то. Просто выкинь голову сразу же, а то ее еще оденешь. Я бы, наверное, оставил ее, потому что... Возможно, если мой амулет сломается, когда я сдохну, защита от смерти, я бы, может быть, ее надел. Главное не забыть. Еще одна защита от смерти. Что? Вау. Вместо вот этого можно было бы надеть, но видение скрытых врагов, мне кажется, очень полезное свойство. Да. Так, ну что, поехали босса пробовать убивать. Спельчик сделаем. Два кольца максимум, да. Ебать. Зарашил. Какой-то у него бешеный урон, когда он кидает эти кости, да? Сколько он мне, 30 урон нанес, что ли? Просто кинув меня кости. Ни одного кинжала за всю игру. Это вот просто классика этой замечательной Ваганты. Просто топовая игра. Ноль кинжалов, сука, за всю игру. Еще девочку надо забрать. О, супер. Конечно, выпадет Жезл. Жезл Некрокала. Ну что ж, 120 хп, 2 защиты от смерти есть. Неплохо так-то, да?
Погнали, кинжальчик какой-нибудь. Так, тут будет босс-дракон. Так, книжечку забираем для подхила потом. Окей, дракон уже на месте. Там еще воришка рядом с ним. Страшно, не то слово. Воришка злой, да? Блин, отстой. Ладно, я его убил. Бля, ни одного кинжала. Это просто троллинг. Это троллинг. Каков шанс вообще, что не будет ни одного кинжала? Фига себе, дурно пахнущий боевой молот. За 20 монет продает. Минус 2 ловкости, минус... Проклятый кал какой-то. Блин, сейчас зомби здесь. Сейчас дракону будет мешать. Пойду, наверное, сюда. Ау. Ебать, как больно. Пиздец. Ух. Как же он, конечно... Да, все-таки дракон тоже жесткий довольно-таки. Чуть не потратил защиту от смерти целую. Так, даже не знаю, что выкинуть. Вот это, наверное. Надо сейчас попробовать выковать. Топор. Сука, еще один топор, ты рофлишь? Это просто, блядь, невыносимо. Топоры, конечно, крутые, да, но мне нафиг не нужны топоры. Булава. Охуенно. Молот. Сука, все оружие мира против кинжала. Еще один молот. Как это работает? Это не кинжал, сука, это катар. Он не является кинжалом. Или является? Нет, он не является, по-моему. Это на дикаря. Призвать духов, чтобы защитить вас. А это как? Это те духи, которые как питомцы, что ли, летают и спасают или нет? Это вроде неплохая штука, да? Или это что-то другое? Почекать. Так, ладненько, поехали. Рывок, сэф, да не, нафиг. Тут тоже нет кинжала, это просто пипеджа. Книжку куплю.
Они знают, что здесь, нет? Блин. Даже не знаю. Ебать. Страшно. О! Ух. Ну-ка, эсики. Теперь непонятно, когда они атаковать будут. Так, ну-ка, маги, встаньте в ряд, твари. Сейчас будем вас расстреливать, чертей поганых. Ху-ху. Блин, один маленький кинжальчик. Я что, так много прошу, что ли? Не может этого быть. Этого не может быть, да... О, это этот босс. Так, и где нам его убивать? Здесь, что ли? Ну, походу, да, не знаю. Тоже лучник, типа. Домой. Домой, дружище. О, сейчас будет круто. Найс. Что там выпало? Топор? Да неужели? Они ваншотят? По-моему, да. Еб. На карте просто. Мне пизда. Нет, я жив. Так, ладно, аккуратно. Вот этого черта лучше убить на расстоянии. Отлично, он сгорел. Девочка, четвертая девочка. Курица. О, но. Это ебомбер. Неприятный босс. Да, блядь. А все? Ядрить мы его изничтожили. Блин, представьте, если бы у нас еще был кинжал какой-нибудь крутой.
Вот это было бы ДПС. Зелье ловкости. Так, высокий прыжок, опять никакого кинжала по классике. Защита от валунов. Ну, не знаю даже. Защита от валунов в целом хорошо, конечно, было бы. Кинжал! Да ну! Не может быть! Это реально! Это реальный кинжал! Что? Один стирает 4 урона, сила, скорость, замедленные враги. Ну, конечно. Не такой прям фантастический кинжал, но лучше, чем самый базовый, да? Топор зато. Вот, блядь, топор-то это само собой. Все 4 девочки в сборе, ребят, прикиньте. Это да. Вот это да. Так, тут босс уже, да? Давайте его, наверное, сюда вызовем. Та-р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 а-
Ах ты мразок. Ой, хорошее место, чтобы с ним сражаться, кстати. Вроде как. Критов что-то ноль. Оно все будет падать, да? Ну, вроде просто. Место идеальное для битвы с этим боссом. Просто вот эта водичка с ямкой, да? Все его миньоны и бомбы застревали в ней. Просто топовое место. Так, тут Цестус какой-то выпал еще. Познавательных свитков у нас нет. Слушайте, может у нас есть какой-нибудь свиток зачарования? Я бы зачаровал просто себе кинжал тогда. Это свиток не зачарования, случайно? Оно. Ну вот уже не такой плохой кинжал. Ладно, погнали, наверное. Погнали. Посмотрим, что нас ждет. Так, full HP. Отлично. Силу до конца качнули. Супер. Топчик. Ну что, let's go. The end. Ой, страшно. Бельзебуб. Так, что умеешь? Вставать. Какаш какой-то. Ага. Понял. Ага, вот так вот, значит.
Так, тут отражение прям, кстати, на руку играет. Ух, ебать. Пиздец. У меня хил еще есть какой-то? Нет, да? Так. Все? GG? Beat the game without all rune orbs. И все, вот так вот титры, да? GG получается, друзья, GG. Но это как бы не истинная концовка получается, потому что дали ачивку Beat the game without all rune orbs. Я так понимаю, если принести все орбы с альтернативных уровней, то будет какой-то усиленный босс, судя по всему. Как Гид сказал, там скелет держит кок, когда ты на лифте едешь. Будет вторая фаза у него тогда, да? Ну хорошо. Надо будет пройти, тогда попробовать на вторую. Ну, на секретную концовку. Все-таки. Но это будет гораздо сложнее. Это получается, придется тратить ключи на проходы в альтернативные уровни. Да? А там вроде посложнее обычно. За Рогу, не за Дикого. Мне больше всего нравился Дикий класс, но вот... Нормально получилось за Рогу со стелсом, с кинжалом. Но тут хороший ран сам по себе вышел, потому что вначале выпали вещи на силу приятные такие. Хотя кинжала, блин, не было вообще всю игру буквально, прям почти до самого конца со стартовым кинжалом бегали. Но хватало все равно урона. Ездит просто. Man-eating plant. Прикольная, конечно, игрушка такая, да? Хотелось бы даже во что-то еще подобное сыграть. Ну, не в спеланке, наверное. В спеланке все-таки очень. Там еще таймер этот неприятный. А че у червя голова отделилась? Луль. Гоблин Кинг. New Unlocks. Пройди игру на обычной сложности. Жесткий режим. Бэкграунд арбалетчик. Че? Я подумал, класс какой-то. Арбалетчик бэкграунд дали. Барони поиграй. А, это только на Роге типа арбалетчик открылся. То есть для каждого класса своя приколюха, что ли, или что? Вместо того, чтобы тратить ваши кровью заработанные деньги на обычный лук, вы решили инвестировать в зачарованный арбалет. Зачарованный арбалет. Это походу, смотрите, у каждого, если пройти за каждый класс, то у каждого своя какая-то бэкграунд штука откроется, да? Забавно. Зачарованный арбалет.